Всем привет, уважаемые друзья! С вами стример красивой прически, а также любитель прожимать скиллы мышкой иной. И сегодня я решил поговорить на такую болезненную, в принципе, для меня тему, как метабилды. Я ехал с работы в московском метре и думал, о чем я. Ну, от ленности бытия, конечно, да, но почему-то я вдруг стал думать о метабилдах. Когда я посмотрел, как люди заходят в вагон, их становится все больше и больше. Если вы не были вдруг в московском метро, то московское метро с утра – это филиал ада на земле. Люди набиваются в вагон так, что находятся как в бочке с селедкой. И они в очень сжатом и компактном состоянии там находятся. Но на что я обратил внимание? Я обратил внимание на то, что если людей, которые стоят в вагоне, повернуть, например, ну если человек стоит так, а если его повернуть вот так, да, ну например, как вариант, то он бы освободил место еще одному человеку, и он бы мог встать перед ним. Но именно потому, что он стоит вот так, этот человек вынужден стоять по-другому. У меня возникла мысль, что если бы некий человек посчитал, как грамотнее расположить людей в вагоне для максимальной их вместимости, и нарисовал на полу слитки, как надо вставать людям, то это помогло бы сэкономить место в вагоне, и он бы смог умещать в себя гораздо больше пассажиров. Дальше я пошел в рассуждениях еще глубже. Поскольку данные слитки будут вызывать в первую очередь отторжение, как любое нововведение или как желание загнать человека в определенные рамки, определенные обстоятельства, ими никто практически не будет пользоваться. Ну, за исключением слишком таких, скажем, дотошных людей, которые любят все вот как бы по порядку, да, военные в первую очередь, конечно же. Далее, когда-нибудь в каком-нибудь вагоне кто-нибудь возьмет да встанет на слитки, другой посмотрит, встанет тоже, третий, четвертый. И так со временем образуется первый вагончик, который захочет ездить по правилам. И со временем поймет, что эти правила действительно работают, и что так действительно эффективнее будет. Потом это перемут другие люди, и все это образуется в громадную систему. И если хоть один винтик нарушит эту систему, встанет не по слиткам, то любая система прокрутит его через свои жернова. В данном случае системой будут выступать сами пассажиры. Если ты вдруг зайдешь в вагон и встанешь не по слиткам, тебе быстро укажут на твое место, то есть то, где ты должен встать. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди склонны к подчинению, люди склонны к тому, чтобы за них решали, где им стоять, как им стоять. Почему? Потому что когда-то один умный человек, или просто сообразительный, или такой идиот вроде меня, постоял вот так в вагоне и подумал, а что было бы неплохо, если бы люди вот так располагались. Это говорит о том, что я один придумал некую умную мысль, придал ее огласке, растиражировал и попробовал. Система сработала. Вся эта система не является плодом всех людей, стоящих в вагоне, но является плодом моей мысли, меня одного. То же самое с метабилдами во всех играх. Если вы берете чей-то метабилд, что такое метабилд? Это высший пилотаж, высший элемент строительства, мета, да? Ну, большое, высшее что-то. И билд — английское слово «строительство». То есть это строительство в высшей степени. Какой-то один человек, или, может быть, не один, если они играют разными классами. Я не думаю, что один играет за все классы, хотя и такой тоже теоретически можно. Может, он гений тактики. Когда-то придумал некий билд. Он посчитал, что если выставить скиллы вот таким образом, утилиты вот таким образом, специализации вот таким образом, статы вот такие, еду вот такую, то это даст максимальную эффективность, какую только можно выжать из данного класса. Он это выдумал, он это использовал, но поскольку он не хотел писать в стол, то он решил придать это огласке. Так же, как и идею со слитками. Люди, которые понимают, как эти механики действуют, но здесь очень важный момент, как это произошло осознание. Он понял механики, он понял, как в этих часах крутятся шестеренки. И когда он понял, как крутятся шестеренки, он тогда понял, как работают вообще все часы. Когда вы берете чей-то билд,
Вы не думаете, что в ваших руках эти шестеренки закрутятся ровно точно таким же способом. Если вы не понимаете механики, как работают часы, почему секундная стрелка бежит так, минутная так, часовая так, то для вас это мертвое. Не думайте, что если вы будете клацать по всем клавишам, у вас что-то выйдет, что вы поймете ротацию или поймете вообще, что человек хотел сказать этим билдом. Вы просто скопировали чужие мысли. Просто скопировали. Они не дают вам никакой гарантии, никакой защиты. Что здесь надо делать в этой ситуации? Сначала любой человек, который копирует чей-то билд, должен понять, а что человек этим билдом хотел сказать? Что он такого понял и что я такого могу прочесть в его билде, что приведет меня к осознанию, к пониманию механик? Если вы не понимаете механик, никакой метабилд вам не поможет. Я вам сразу говорю. Вы должны в первую очередь понять низовые какие-то вещи, какие-то базовые вещи для того, чтобы взять билд, для того, чтобы расшифровать его. Потому что, по сути, билд — это некая иероглифическая надпись на стене, как на пирамидах, да, там нарисованы вертолеты, люди, какие-то автоматы, летающие тарелки. Что они всем этим хотели сказать, неизвестно. Вы не понимаете языка, да? Потому что билд тоже имеет свой язык. И здесь важно осознать этот язык. Если вы не знаете алфавита, вы не умеете читать слова. Ваша задача любая перед тем, как перенять метабилд, понять механики, базисные какие-то вещи. Мне говорят, что там я ярый противник метабилдов. Но я ярый противник почему? Потому что люди, не понимая каких-то элементарных вещей, залазят в какие-то сверхсферы и пытаются извлечь из них истину. Это невозможно, не зная базиса. Поэтому в первую очередь любые люди, новички, которые приходят в игру, я дам вам билд, я дам вам ссылки на кучу билдов, я вам придумаю что-нибудь сам. Но если вы не понимаете, как это работает, не надо, ребят, в эти сферы суваться, я вас умоляю. Потому что вы в конечном итоге придете к тому, что вы не догоняете, что-то оно не получается, что-то оно не идет. Вы хотели так, а так не получается. Потом вы почувствуете себя ущербным, что вы не понимаете что-то, что понял вот этот человек. Но это-то был его путь, он сам понял, как людей располагать в вагоне надо. Течете фишку, когда вы поймете, как располагать людей в вагоне, тогда вы будете уже понимать, как бы, высшую суть любого билда. Вот к этому я призываю. Билд хорошо. Конечно, это любая, как бы, это все вас ограничит, это уберет из игры игру, это уберет из цветка аромат, то, что делает его индивидуальным. Потому что все цветы, по сути, растения, но именно индивидуальным закрывают вам глаза, говорят, что такое вы, роза, это что такое, нарцисс. Вы понимаете как? По индивидуальности, потому что запах есть у этого цветка. Вот билд уберет у вас, мета-билд, он уберет из вас аромат, он вас сделает ровно таким же эффективным, как и другие. Ну, плюс-минус с ротацией, если вы там не накосячите. Но в целом подумайте о том, насколько вам это надо, насколько вы хотите, насколько вы стремитесь к этим вещам. Потому что часто случается так, что я сам себе кропаляю какой-нибудь билд, а потом смотрю на мету, а оказывается она там на 1-2 трейта отличается или каким-нибудь одним скиллом от меня отличается. То есть я практически приблизился к пониманию. Я беру этот, недостающую эту вещь, я понимаю, почему человек эту вещь поставил, а не ту, какую я. Потому что у меня сознание есть, ага, блин, да, он прав, потому что вот если я так поставлю, то у меня там ДПС на 10% повысится за счет этого, этого и этого. Потому что у меня в голове есть полная картина того, как этот механизм действует. Если вы не понимаете механизма, не нужно никаких метабилдов. Я вообще это ко всем играм говорю, я просто, ну, поскольку дольше всего играю в Guild Wars 2, то говорю больше об этой игре. Но это касается любой игры, там, World of Warcraft, я не знаю, The Elder Scrolls Online, куча всего. Да, есть максимально эффективные, максимально полезные, и слава богу, что они меняются каждый раз, производят ребалансы, какие-то репатчи, чтобы немножко будоражить это сообщество. Поэтому, ну,
отчасти это производится для того, чтобы опять-таки сбалансировать, скомпенсировать как-то все эти роли. А с другой стороны, их делают для того, чтобы опять вас сколыхнуть и опять заставить вас изучать какие-то шестеренки. Что ж там поменялось? Они какие-то две шестеренки вытащили из этого механизма, какие две поставили. Какие именно они поставили, на что это повлияло, как на механизм в целом, да? Вы начинаете опять ковыряться, у вас опять какой-то азарт, опять у вас какой-то поиск. Но в целом я вам объяснил, надеюсь, как надо использовать метод билды и с каким, ну, как бы с какой философией к билду подходить. Потому что это не просто набор каких-то символов, там, трейтов, утилит и специализаций. Это гораздо больше, чем вам может показаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь моими философскими утренними рассуждениями, прям вот свежими из метро, со своими друзьями. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока!